Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, я заберу свои награды. Аж две штуки, что ли? Так, и смотрим, куда меня сбросили. Лига Сёгунов, одна звезда, вы серьезно? Я был почти в Лиге Мастеров, они меня скинули до Лиги Сёгунов. Одна звезда, друзья мои. Так, а сегодня у нас суббота, да? Завтра будет воскресенье. Значит, нам нужно что? Нам нужно опять, блин... Нам нужно опять двигаться к нашей цели. Я возьму здесь Пиццелицу. Так, у нас противник 55-го, 56-го и даже... Ну да, 56-й уровень здесь максимальный, поэтому я думаю... сейчас Пиццелицей бабахнет здесь хорошо, да? Пиццелицей ты бабахнешь? Ой, не то! Не то! Нажал! Ёпарасоте, ребят, я не это хотел! Я хотел массовую атаку, нафига он так сделал? Ох, сейчас я боюсь, ребят, мы влетим. Так, подожди, что мы можем сделать? Что нам надо сделать? Макман мне мешается здесь. Я попробую его сейчас поджарить, но он вряд ли упадет. Конечно, хотя бы у него пониженная атака. А вот у Бибопа, извините меня, ребята, атака не понижена, далеко не пониженная. Смотри. О, он еще и меткость. Так-с, что же мне сделать? Давай провокацию, наверное, возьмем. Да-да-да, на Рокстеди именно провокацию. И вот теперь, друзья мои, вот чего я хотел сделать. Зачем я эту пиццу бросил, вообще не понимаю. Ай, бывает же такое. Так, ну что, друзья мои, нам нужно как можно быстрее переходить в Лигу Сёгунов. Две звезды, а дальше... А дальше что? А дальше в три звезды. Так, давай я возьму здесь, наверное, Кожеголового. Раз, два, три, четыре. Ну что, ребят, Кожеголовый сейчас сделает свой кувырок. По идее, они должны все упасть. Вот и все. Ну что, поехали дальше. Так, с 28 места мы переходим на 13. Так. Слушай, вы заколебали же 15-20 мне давать. А им-то по барабану. Ладно, я возьму тогда Леонардо. Лео будет у нас раз, два, три, четыре. Вот с этой командой. Вот с этой командой слабачков, я тебе так скажу. Сейчас посмотрим, что Леонардо сделает. Он должен всех рубануть. Да. Он рубит абсолютно всех. Так, ну что, переходим? Да, ребята, Лига Сёгунов, 3 звезды, 98-я позиция, и мы с тобой... Слушай, подожди, а что мне кубки не повысили, эй? В плане? Я вообще-то рассчитывал на 16-21, но... но мне показывают большую фигу. Раз, два, три, четыре, пять... Погоди, что я творю-то опять? Что я творю? Я бы сейчас бы пошел против 60-х. Я же совсем забыл поставить, ребята, high level. Ну вот, совсем другое дело. Что, Ванька? Давай, наверное, с базуки по ним. Опа. Не понял юмора. Рокстеди выжил, понимаешь ли. Так, ну что, ребята, двигаемся дальше тогда. С 98 места мы переходим на 85-е. То есть буквально 10-11 ступенек мы пролетаем. Не более того. Возьмем Зека здесь и, наверное, Донни. Возьмем Зека, Донни и вот этих вот трех. Ну. Так, Зек у нас будет первым, да? Вторым у нас, по идее, должен быть Донателло. Ну, вы сами понимаете, да, друзья, что тут вариантов и шансов выжить у врага не было. Это понятно. Потому что мы превышаем их почти на 50 уровней. Ну, 45 там точно. Вот я не могу понять, почему мне не дают 16... Вот. Вот. Наконец-то, выдали. Раз, два, три, четыре. Только я тебе скажу, что-то у нас... Персонажей все меньше, меньше и меньше. Ну, естественно, мы их тратим, понятное дело, друзья, но...
Сегодня бы хотелось бы дойти до Лиги Мастеров, но это кажется нереально, опять же. Мы с тобой, вот грубо говоря, подойдем к тому, что мы закончили в прошлой серии. Два дня всего лишь не поиграть, и вот тебе результат. Сбрасывают тебя ниже некуда. И мне опять приходится подниматься. То есть я не могу в этой игре сделать даже ни одного дня перерыва. Получается так. То есть я хочу отдохнуть, а мне нельзя. Вот такие вот дела. Так, ну что, друзья, идеальная победа. Понятное дело, маузеры любого порвут. 48-я позиция. Так, ну что ж, давай я возьму, наверное, Джеймс. Такой довольный. Не, давай возьмем Мануэля. Он чересчур довольный. Я хочу ему его улыбочку, ребята. Я понимаю, что это боты. Но я хочу образно, чтобы у него эта улыбочка сошла с физиономии. Так, давай, наверное, смертельную волну сделаем. Так, ну, не знаю, попробуем сейчас. Давай кинем этот слизняка. На. Слушай, слизняк, он еще, оказывается, ребята, блокирует способности. Да что ж ты будешь делать-то, а? Они должны были вдвоем ходить, ребят, но постепенно урон уничтожил. Такс. 35-е место. Слушай, ну вообще-то да, 16-22, это, мне кажется, еще рановато для нас. Ну что, я возьму, наверное, здесь Макмана. Хотя тут уже 62-й уровень, ребята, то есть... Погоди-ка. 62-й уровень. Это уже серьезно, тем более, когда здесь Микеланджело еще сидит. Вот он притулился, ребята. Тут уже как бы, ну, не до шуток, если честно. Тут уже надо быть на стороже. Ладно, сделаем так. Упали. Блин, достаточно было одной кунэйчи. Нифига она, ребят, действительно мощная. И я все никак не могу запомнить. Я просто привык, что она в свое время была слабенькой. У меня это в голове как бы отложилось и до сих пор это держится. А на самом деле, ты посмотри, как она жарит. Как она сейчас бомбанула. Просто этих ребят ушатала всех. Офигеть. А я до сих пор отношусь к ней как к ребенку. А она за себя уже давным-давно может постоять, оказывается. Так, ну что, Рафаэль, потом Майки. Нормально, кстати. Вот этого я, наверное, гасану. Теперь Криса. И добивка. Ни единого шанса. Потому что у нас инициатива здесь хорошая была. Ну и уровень у них, конечно же, был слабже нашего. Так, друзья мои, 10-е место. То есть после этого поединка мы уже переходим с вами в Лигу Сёгунов 3 звезды. Я возьму здесь, наверное, Супер Шреддера. Так, Усаги, ты мне здесь пока не нужен. Раз, два, три, четыре. Вот сейчас очень интересный вопрос. Я пошел на определенные риски, ребята, только лишь из-за того, что Супер Шреддер у меня 100 уровня. Но как он сейчас сыграет? А сыграл он великолепно. Даже без постепенного урона всех ушатал. Круто, круто. Ну что, друзья мои, вот и Лига Сёгунов 3 звезды. Такс. 16-21, а я бы хотел получить бы, конечно, 16-22. Мы же уже перешли с тобой в следующий дивизион. Имеем полное право, но... Но они опять считают меня слабаком, да? И не хотят меня продвигать здесь. Хорошо, возьмем Карлоса Игнасио. Так уж и быть. Так, если мы возьмем с тобой Усаги плюс Слэша. Дело тут немножко в другом, ребята. У них уже 61 уровень, и я до сих пор еще до 60 уровня не добрался со своими персонажами. То есть мы отстаем. Ну что, Усаги, сделаешь? Сделал великолепно, ребята, постепенно урон на всех повесил, но все равно у меня идет слэш, так что разборка тут неминуема.
Так, поехали. С 96-го мы переходим на 85-й. То есть, получается, 11 ступенек, да, пролетели мы. Это очень приятно. Давай возьмем Кренга и... Раз, два, три, четыре. Я уверен в Кренге. Ох, что-то мне пить хочется, друзья мои. Холодный каркаде лучше не придумаешь. Очень ребята хорошо тонизируют. И освежает, кстати. Так что... Покупайте, заваривайте и охлаждайте его. В охлажденном виде он вообще вкуснятина. Так, ну что, с 85-го места мы переходим с тобой на 74-го. А они до сих пор мне не дают. Ни в какую. Так, я вот думаю, мы справимся со своими силенками. Вот если я возьму этих и, например... А, тут уже 70 уровень. Все, ребят, тогда нормально. Так, нам надо сегодня Донателло будет. Я не знаю, там, по скиллам прокачать его, по идее. Так, Кирби, надо убирать его. Ой! Я не это хотел сделать. Я хотел не это сделать, друзья мои, блин. Давай массовую дони, жги. Жги там всех. И он сжег. Прикинь. Я думал, что не сожгет, а он сжег. Крут. Так, 62 место. Ну неужели? Ну неужели мне дальше 16-22, друзья мои? Так, а противник-то сейчас... Ага. А противник-то уже 66-й. Блин. О-оу. Мы всего на 3 уровня, на 4 отличаемся, ребят. Так, крик души, чтобы замедлить. Дальше я, наверное, все-таки бафнусь. Мне вот этот Лео не нравится. Не нравится он мне. Мы его не загасили. Он сейчас будет хиляться, если мы, конечно, его не завалим. Молодец, Тимати. Так, ну-ка проверим брундучков наших. Нормально, друзья мои. Так, минус Лео. Ну, я понимаю, что Бакстер готовится, наверное, к волне, да? А, нет. Раки! Оу-оу, тихо. Мимо? Ты, блин, серьезно? Какое мимо, блин? Ой, друзья, я даже не знаю, что сделать-то. Провокацию взять? Так тут, если массовые атаки пойдут, тут провокация не поможет. Ну-ка. Да завали ты его, карай. Я в шоке, блин, что мы творим. Да ну, пробей его. А это ты что, ребята? Мы его как застанили. Прикинь, мы его как застанили. Так он из этого стана не выходил. Не, друзья, такие риски, ну его нафиг. Ты видел, да? Разница всего в 4 уровня. Я не мог их пробить. Нет. Это не моя тактика, друзья мои. Моя тактика, например, вот так вот сделать. Раз, два, три, четыре. Не, ну вот эти бойцы бы, блин, справились бы. Семидесятники хотя бы, ну, они бы справились. Но, тем не менее, надо, ребят, подстраховку брать всегда. Так, поехали. Минус броня, но не у всех, опять же. Так, хоба. Блин, вообще без разговоров. Просто закинул и всех, ребята, снес. Круто. Круто, конечно, чувачок. А вот то, что нам что-то как-то мало дали кубков, вот это мне вообще не понравилось. Так, а у нас все, по-моему, друзья мои, шапочный разбор пошел. Ладно, сделаем с тобой один поединок. В общем, до лиги мастеров 3 звезды я и не добрался. Там, скажем, около, но не добрался. И это обидно. Черт бы их побрал. Да давай, добивай супершреддер, фигли. Тут на них любоваться. Да, но то, что я их не уничтожил,
Это, ребят, плохой показатель. В общем, опять не хватило, как всегда, чуть-чуть. В той серии, по-моему, где-то так же нам не хватило. Ладно, заберем с тобой пак. Ничего тут хорошего нам не выпало. Так, ну и пойдем сделаем серию испытаний. Серию испытаний. Да тут, в принципе, можно любой фокус брать, любую территорию. Нам как бы все равно. Единственное, что надо было хила взять. Мы так бы с тобой команду хотя бы немножко хильнули бы все-таки. Зачем я сделал массовую атаку маузером сейчас, а? Чего? Серьезно? Маузеры, конечно, красавчики здесь были. Ну, добивай его. Все. Вот, все, друзья мои. Делов-то на копейку. Ну что, тогда мы двигаемся дальше и смотрим, что у нас. А дальше у нас, ребята, ну что, поиски. Так, мы с тобой прокачиваем кого? Мы прокачиваем с тобой Донни по уровню, но у нас 21. Так, где он? По-моему, не хватит. Хватай. Так, друзья, 84 уровень. Но тогда у нас не хватит, скорее всего, прокачать Алапекс по скиллам. Так, нам нужно еще найти с тобой 6. Что там 6 чего? Напитков? А, наушников 6. Так, вторые, третьи, четвертые, пятые и последние, давай. Не, давай последние наушники. Со своей колбой, а. Не, ну издевается просто. Господи, дай мне наушники. Да ты серьезно, что ли, блин? Наконец-то. Друзья, но прокачать не смогу. Нужно 7500, к сожалению. А у меня 1230. Так, зато я выполнил все задания. Дальше мы с тобой идем в бой. Испытания. Союзники, друзья мои. Вот что меня интересует. Поехали. Так. Джастина не хочу брать, но, видимо, придется. Выбор маленький, поэтому, ребята, вот Джастин пошел у нас. Так, ну что, здесь, я думаю, наверное, мы попробуем разобрать своими силами. Пэм-пэм. Морозилку надо как-то вырубить. Один удар гранаты и все. Ты че, парень? В этой команде, ребята, хилов у нас нет, поэтому надо как бы беречь здоровье. Иначе нам его никто не восстановит. Ну, дай-ка посмотрим. Постепенный урон. Такое ощущение, что помимо постепенного урона еще какое-то ослабление повесили. Разобрались они как ватники. Такс. Ну что, плюху? Угу, минус двоечка. Минус Монда. И минус Роквелл. Так, ребят, ну вы понимаете, зачем мы это проходим события, да? Для того, чтобы получить супер-эксперт снаряжение, так скажем. Да не надо мне пока. Так, доллары. Это микроскоп. Это ноутбук. Это осколки. Это жетоны. Есть. Друзья мои, эксперт снаряжение получил. Ну давай тогда... Нет, это мы не будем. Потом. Потом сделаем. Сейчас нам надо, ребят, попробовать еще заработать новый проход, чтобы мы с тобой смогли потом в следующий раз, например, два раза уже пофармить. И по возможности найти два фрагмента. Шансов, конечно, мало на это. Но зато ты не тратишь пиццу на прохождение, понимаешь? На прохождение этого этапа. Да как мимо-то? Джастин, ты заколебал, а? Мимо он, понимаешь ли. Ну чё ты? Восстанавливайся здоровье. Пит, успокойся, тебе это не поможет. Так, ну а здесь что? Здесь, наверное, мы из гранатомета. Они еще и выжили.
Да вы серьезно, что ли? Три массовые атаки, чтобы завалить этот отряд? Который 70-80 уровня? Это какой-то Unreal просто. Да, друзья мои, это какой-то Unreal просто на самом деле. Но, как видите, у нас все получилось. Снаряжение союзники. И мне всего лишь один раз позволено, наверное, да? Крутануть. Да я просто так крутанул. А, два разика. Опа! Ты видел? Ну, сюда, к сожалению, ребята, не хватит пиццы. Точнее, сыра, потому что он у нас закончился. Но прикинь, первая попытка, и нам сразу выпадает эксперт снаряжения. Это, конечно, круто. Так, ну что у нас там? Да, мутагена до сих пор еще, ребята, мало. С этим ничего не поделаешь, к сожалению. Так что на сегодня, я думаю, что можно закругляться. Мутаген здесь я, ребят, не возьму, сколько мне нужно. Так, это у нас сколько тут? 300. Не вытяну, ребят, не потяну. Ладно, тогда давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.